Reddit — социальный новостной сайт, который ранее выпустил токены на основе протокола ERC-20, сотрудничает с Эфириум, чтобы исследовать масштабируемые решения для своей системы вознаграждений. Согласно объявлению, Reddit вместе с Ethereum Foundation приглашает проекты масштабирования Ethereum, чтобы показать сообществу, как решение по масштабированию может быть использовано для доставки очков сообщества в сеть. Цель — найти решение, которое будет поддерживать сотни тысяч пользовательских баллов сообщества в сети сегодня и в конечном итоге сможет охватить всех пользователей Reddit. С вами была Алиса. Всем удачи!